Здравствуйте, ребята! Начинаем урок русского языка. Тема урока – изменение глагола по временам. Давайте настроимся на работу. Быстренько проверь, дружок, ты готов начать урок? Все ли в порядке, все ли на месте? Книжка, ручка и тетрадки – все ли правильно сидят? Все ли внимательно глядят? Каждый хочет получать только лишь оценку 5. Ребята, перед вами слова на букву В. Ваша задача – ставить пропущенные буквы. Вы готовы? Тогда начинаем записывать. Вы записали? Тогда проверяем. Вагон, ветер, ворона, восток, время. Что же такое время, ребята? С этим понятием вы сталкивались на уроках природоведения, математики, а сегодня это понятие будет у нас на уроке русского языка. Что же такое время? Время – это промежуток той или иной длительности, в которой совершается что-нибудь. Последовательная смена часов, дней, лет. Мы часто слышим такие выражения. Время летит. Время разум дает. Делу время, потехе час. Что означают данные выражения? Время летит. Время проходит очень быстро. Время разум дает, потому что человек чем-то занимается. И чем больше он чему-то уделяет времени, тем лучше это у него получается. Делу время, потехи час. Делу должна быть посвящена большая часть времени, а развлечения – меньшая. Интересная часть речи в русском языке живет. Кто что делает, расскажет, чертит, пишет или поет. Вышивает или пашет, или забивает гол. Варит, жарит, моет, чистит. Все расскажет нам. Правильно, ребята. Глагол. Глагол – это самостоятельная часть речи, которая обозначает действие предмета. Отвечает на вопросы «что делать?», «что сделать?», изменяется по числам. В предложении чаще всего бывает сказуемым. Прочитайте предложение. Весной солнце светит и греет. Второе предложение. Зимой оно мало светило и хуже грело. Третье предложение. Летом солнце будет ярко светить и будет сильно греть. Выпишите, пожалуйста, из этих предложений глаголы. Проверим, что у нас получилось. Светит, греет, светило, грело, будет светить, будет греть. Найдите, пожалуйста, среди этих глаголов глаголы настоящего, будущего и прошедшего времени. Вы готовы? Тогда продолжаем. Глаголы настоящего времени. Светит, греет. Действие этих глаголов происходит на момент речи. Глаголы в настоящем времени
отвечают на вопросы. Что делаю? Что делаешь? Что делает? Что делаем? Что делаете? Что делают? Итак, глаголы прошедшего времени. Светило, грело. Действия этих глаголов происходили до момента речи. Глаголы в прошедшем времени отвечают на вопросы: что делал, что сделал, что делали и что сделали. Глаголы в будущем времени. Будет светить, будет греть. Действие этих глаголов будет происходить после момента речи. Глаголы будущего времени отвечают на вопросы: что сделает, что будет делать, что сделают, что будут делать. Ну а теперь, ребята, подведем итоги. Глаголы изменяются по временам. В настоящем времени они отвечают на вопросы: что делаю, что делаешь, что делает, что делаем, что делаете, что делают. В прошедшем времени глагол отвечает на вопросы: что делал, что сделал, что делали, что сделали. И в будущем времени глаголы отвечают на вопросы: что сделает, что сделают, что будет делать, что будут делать. Прочитайте, пожалуйста, предложение. Снег теперь уже не тот. Потемнел он в поле. На озерах треснул лед, будто раскололи. Пройдет зима холодная, наступят дни весенние. Теплом растопит солнышко, как воск снега пушистые. Солнце ласково смеется, светит ярче, горячей, а с пригорка звонко льется разговорчивый ручей. Ребята, ваша задача – найти предложение, где даны глаголы в прошедшем, в будущем и настоящем времени. Вы готовы? Тогда продолжаем. Предложение, в котором глаголы даны в настоящем времени. Солнце ласково смеется, светит ярче, горячей, а с пригорка звонко льется разговорчивый ручей. Здесь глаголы смеется, светит, льется даны в настоящем времени. Следующее предложение. Снег теперь уже не тот. Потемнел он в поле. На озерах треснул лед, будто раскололи. В данном предложении глаголы потемнел, треснул, раскололи даны в прошедшем времени. И следующее предложение. Пройдет зима холодная, наступят дни весенние, теплом растопит солнышко, как воск снега пушистые. В данном предложении глаголы пройдет, наступят, растопят даны в будущем времени. Окончен урок и выполнен план. Спасибо, ребята, огромное вам за то, что упорно и дружно
трудились, и знания уж точно вам пригодились. Запишите, пожалуйста, домашнее задание выполнить упражнение 383 на странице 154. Спасибо за внимание. До свидания, ребята.